Ирина Муравьева – народная артистка России, в которой уникальным образом сочетаются комедийные и драматическое дарование. Ее лучшие и такие разные роли вспомнили в программе «Привет, Андрей» на канале «Россия-1». Муравьева снялась в более чем 40 картинах. Известность ей принес фильм «Карнавал» 1981 года. Специально для передачи актриса съездила на место съемок культового кино. Как оказалось, телеведущий и главный редактор проекта «Стархит» Андрей Малахов является давним почитателем таланта Муравьевой. В эфире программы он рассказал, что в детстве всегда бежал к телевизору с листом и ручкой в надежде записать номер телефона любимой артистки, исполнительницы песни «Позвони мне, позвони». Даже отправлял письма в утреннюю почту, чтобы в передаче чаще показывали актрису. Сама же Муравьева призналась, что периодически хотела уйти из профессии. Такие мысли приходили из-за внезапно появляющихся творческих проблем. Бывает, что все не складывается, и сразу думаешь, что это конец. Мне кажется, что лучше самой уйти из профессии, чем тебя с позором выгонят. Периодически такие мысли у меня были, призналась Муравьева. Ирина Муравьева в фильме «Чисто английское убийство». Фото, кадры с фильма режиссера Самсона Самсонова. Актрису поддержала ее коллега Татьяна Васильева. Они снимались вместе в фильме «Самое обаятельное и привлекательное». Мысли уйти из профессии есть у всех. Недавно я была с внуком в монастыре, там такая благодать. Я поняла, что вот она, то, чего мне так долго не хватало. Тоже подумывала, что может стоит уйти в монастырь, заявила Васильева. Но на первом месте у Ирины Муравьевой всегда была не актерская карьера, а семья. Из-за беременности она отказалась от роли Раисы Захаровны в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби» и ничуть об этом не жалеет. Муравьева прожила с мужем Леонидом Эйдлиным более 40 лет. Они воспитали двоих сыновей, Даниила и Евгения, которые тоже стали актерами и подарили Муравьевой внуков. Муж актрисы скончался в возрасте 77 лет в феврале 2014 года. По словам Ирины Вадимовны, на протяжении всей жизни супруг поддерживал ее во всем, все, что я делала. Для него было замечательно, призналась она. Сейчас Ирина Муравьева редко снимается, но иногда выступает как певица. На эфире программы она исполнила песню «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал». Класс пост 660 490 подписчиков.